Здравствуй, дорогой зритель! Перед просмотром хотелось бы попросить поставить лайк на это видео и подписаться на канал. Приятного просмотра! Татьяна Навка в последнее время была занята в телепроекте «Ледниковый период». Олимпийская чемпионка снималась в ледовом шоу в качестве звездного судьи. Вместе с Татьяной Тарасовой и Еленой Исенбаевой она оценивала выступления участников. Теперь же фигуристка переключилась на собственный проект. Татьяна готовится к началу новогоднего сезона, во время которого она представит зрителям свои ледовые шоу. Вместе с ней в спектаклях на льду играет Петр Чернышов, муж актрисы Анастасии Заворотнюк. Татьяна и Петр приступили к тренировкам. В Инстаграме Татьяна поделилась видеороликами, снятыми во время репетиции на катке. Дорогие друзья, декабрь на дворе, уже скоро сказки наши в Мегаспорте начнутся, и нужно работать. Вот вам сюрприз. Мы работаем, готовим для вас подарок новогодний, приходите. Рассказала фигуристка, показав катающегося вместе с ней Петра Чернышова. Следующее видео Навка сняла за кулисами, когда Петр примерял концертный костюм. Фигурист объяснял костюмеру, что наряд сидит на нем слишком свободно, и его необходимо ушить. Поклонники отметили, что сорока 9-летний муж Анастасии Заворотнюк еще больше похудел. И что шитый ранее костюм ему теперь действительно велик. Еще месяц назад Татьяна Навка сомневалась, стоит ли ей во время новогодних каникул выпускать спектакли на льду. Ведь из-за коронавирусных ограничений в зал разрешено пускать только 25% зрителей. Татьяна советовалась с поклонниками в Инстаграме, выясняя, готовы ли москвичи прийти на шоу в условиях карантинных мер. Но потом решила все-таки не отменять спектакли и подарить зрителям праздник. Петр Чернышов уже не первый год участвует в постановках Навки. Он играет в ледовых спектаклях «Руслан» и «Людмила» и «Аленький цветочек». О том, что жена Чернышова Анастасия Заворотнюк борется с онкологией, стало известно в сентябре 2019 года. Семья актрисы почти не комментирует, ее состояние не рассказывает, как проходит лечение. Врачи диагностировали у звезды «Моей прекрасной няни» злокачественную опухоль мозга, глиобластому. Весной актрису выписали из клиники после успешной операции и химиотерапии. Сейчас она проходит реабилитацию дома. Анастасию поддерживают муж, дочь Анна и сын Майкл. У супругов есть младшая дочь Мила. Заботы о ней на время лечения актрисы взяла на себя мама Анастасии Валентина Борисовна. В октябре Миле исполнилось 2 года.